События, которые ждали многие ценители и поклонники творчества – коллективная выставка «Берестейская палитра». 25 именитых художников ежегодно представляют брещанам и гостям областного центра не просто свои работы, а своеобразные метафоры, разгадать которые под силу только искушенному зрителю. Так, например, представлены на вернисаже цикл картин талантливого художника Владислава Кувко под простым названием «Путешествие» скрывает в себе совсем непростые смыслы. Сначала вот это Владихарон, у меня начался цикл этих путешествий. И там впереди, если вы видите, есть человек, да, какая-то кто-то, кто, наверное, является рулевым или там смотрит вперед куда-то там. Но за ним вот на этом корабле какие-то возникают существа. Пройти мимо этих ярких картин не получится. Каждая завораживает зрителя. Множество деталей, которые нельзя рассмотреть с первого раза. Несколько скрытых смыслов и мастерство художника. Все это впечатляет. На вернисаже представлены разные стили и направления. Портреты и пейзажи, натюрморты и сюжетные картины, живописи, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. И все они не только профессионально выполнены, но и соответствуют современным тенденциям. Часто в композициях сейчас современных где-то вставляют какие-то там мелких там животных, допустим, там каких-то там, допустим, птичек, там рыбок, там, но это немножко уже банально. Вот, и я решил вставить здесь саламандру, эту вот ящерицу. Такой это, как бы, ящерка такая живородящая, она живет в воде, и она достигает 25, там, 30 сантиметров. То есть, такая интересная. Вот, и как бы я ее выбрал для этой работы и решил оставить. Ну, здесь, понимаете, здесь, наверное, все-таки свою роль сыграла пандемия, вот это вот, что люди как-то спасаются, хотят уединиться, и поэтому, наверное, меня как-то навевают такие мысли, что создать вот такую как бы идиллию, какое-то лесное озеро, там где-то домик какой-то, и люди как бы на лодочке туда плывут, на эту пристань. На вернисаже «Берестейская палитра» представлены произведения, созданные настоящими профессионалами, членами Брестской областной организации общественного объединения «Белорусский союз художников». И даже без специального образования понятно, какой титанический труд стоит за каждой работой. Выставка стала популярной, стала традиционной, она ежегодная у нас. И, как говорят художники, это уже считается днем рождения именно нашего Брестского отделения «Белорусский союз художников». Это стимул работать, стимул выставиться, показать, что ты сделала за этот год, как ты, что ты прочувствовал, что ты пронес, что ты хочешь донести зрителю. Возможность в одном экспозиционном пространстве познакомиться с творчеством художников разных поколений и мировоззрений еще есть. Вернисаж «Берестейская палитра» будет работать до 19 сентября.